Всем привет! Как я обещал, пойдем по сюжету сегодня. We've got a few different cars. We don't know. Да, Альтаир, Альтаир. Мы любим только Альтаира. Пойдем по сюжету. И нам придется сначала, конечно, немножечко намотать километраж. К сожалению, здесь нету быстрых перемещений. Но вообще, на самом деле, когда я вот играю в игры, не на запись, а сам для себя, я вообще, в принципе, не использую никаких быстрых перемещений. Mad Max я проходил вообще не используя быстрых перемещений. Но, конечно, в такие моменты это может сэкономить время. Хотя есть игры, где, допустим, это делать категорически нельзя, например, как тот же Ланнуар, который я проходил без быстрых перемещений, потому что там очень много диалогов было, важных диалогов. Было именно... Было именно во время поездок. Так, давайте попробуем от них по-быстрому удрать. Не знаю, получится, не получится. Надеюсь, Альтаир мой выдержит. Потому что я, честно говоря, по-моему, еще не пробовал ломать баррикады на Альтаире. Альтаир быстрая машина. Но не бронированная. В этом его плюсы и минусы. Ну, скорость наш друг в данном случае. Мы удрали. Это супер. Блин, какое огромное количество здесь фрицев. Зачистить бы все это, но... Лень, 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 лень. Да даже не лень, как я уже говорил. Просто тупо нету времени на все это. Боюсь, что я пройду игру раньше, чем засяду за зачистку. А после прохождения игры уже и зачистка как-то так. Скорее для галочки и ачивмента, чем действительно пользу приносит. Но может быть, если не зачищать районы, так играть интересней. Как бы экшончик, мясо. Ну, порой тут слишком много мяса, на самом деле. Я попытался как-то удрать до убежища от пятого уровня тревоги. А тут, кстати, когда пятый уровень тревоги, тебя в церковь в принципе не пускают. Потому что танки разъезжают по улицам, самолеты за тобой летают. И есть парочка убежищ, которые способны тебя принять, но их там до них бежать через полкарты. Я пытался это сделать, но тут такой реально ад творился, что я понял, что было бы прикольно зачищать миссии. Не миссии, а арены, если хочешь творить такой, так, беспредел такого уровня. Посмотрим, что за задание будет в этот раз. You're alive. Nothing's getting past you, mate. Where's Skyler? I cannot tell you that. Can't or won't? Miss Sinclair's present whereabouts are classified. So, did you kill the bastard? No, not yet. It takes a hard heart and a steady hand to face a man like Derker. They should have sent a real soldier. Too bad you were too busy wanking off in church. Tell Bishop this isn't over. Derker will be taking a dirt nap this time next week. I think it's time I got back to Paris. Veronique is probably worried sick about me. То есть, по сути, эта миссия была просто поговорить. И все. Ну да, просто поговорить, и мы получили нового, так сказать, вендора на таске. Окей. Нового квестодателя. Что ж, у нас, блин, опять... Ну, в общем, да, у нас есть сайд-миссия здесь, и либо возвращаться на нашу главную базу за квестовым вариантом. Но зачем, когда у нас есть сайд-миссия здесь? Давайте. Давайте что? Давайте поговорим. If you're not too busy messing about with these Frenchies, could be I got a real job for you. What's that? You need help changing Bishop's diapers? That's just grand.
See, somehow Bishop got in his head that you're not just another sheep-headed paddy fuck. Looks like the old man owes me 10 quid. I'm sure the British won't miss 10 quid, but if His Majesty wants my help, it'll cost him considerably more than that. That's what he said you'd say. What's the job? The Jerrys have taken over an old abbey outside of town, converted the place into an experimental radar facility. What the fuck is radar? Secret business. Bit over your head, anyway. Were it up to me, I'd dial up a squadron of Lancasters and blow that shithole back to medieval times. But the Jerrys are using their nuns as human shields. Our flyboys want nothing to do with it. So you need a man on the ground to do your dirty work for you? The old man says you've got a talent for sneaking into places and blowing them up. He seems to think you're our man. I say, why not? You get yourself killed, well, that's just one less paddy fuck to worry about. Keep grinning, you tosser. I'll be back here to wipe that smile off your face when the job's done. Вау. Ну, должно быть что-то прикольное. Мне нравятся здесь эти второстепенные миссии по тотальному уничтожению всякого. Так, а что у нас тут вообще творится? Так, у нас автомат, карабин. Все остальное нам пока не особо доступно, правильно? У нас есть 1600 контрабанды. Что мы можем это сделать? Это, наверное, все нам не очень важно. Можем поднять резистанс. Количество тех, кто появляется. Даже не знаю. Давайте, может быть, что-то подобное прокачаем или лучше машину. Ладно, если не знаем, давайте не будем париться, да. Все, по максимуму. 4. Так, а куда нам ехать надо будет или идти? Ну нифига себе. А ближе, блин, вообще нигде не было. Так, ну ладно. Можем поехать на нашем многострадальном Альтаире. Извини. Как нас ведут? Опять через город, что ли? А нет, нормально ведут. Просто я уже начинаю параноить. Но хочется надеяться, что длительная поездка самой длинной частью этой миссии. Не хочется там еще повязнуть минут 15 каких-нибудь адовых зарубах. Саботер должен действовать так. Пришел, увидел, заложил бомбу, взорвал все и свалил. А не знаю, играть Рэмбо в этой игре как-то... Ну не, ну можно, конечно, тоже бегать с пулеметом, крошить сотни немцев, ну... Только по желанию, а вот миссии хотелось бы как-то более так профессионально, что ли, секретно, так реально, чтобы пришел, устроил диверсию, свалил, пришел, устроил там, не знаю, заказное убийство, свалил. Ну,
что это такое? А, это трамплины, на которых надо прыгать, и да как бы тоже коллектаблс. Или миссия, спешл миссия даже. Ну, по типу 3 GTA, вот. На тот же манер все сделано. Третий, Сан Андреас, все вот это вот. Аркадное такое. Хотя, как бы 4 GTA тоже были все эти трамплины собирать. Но там как бы это не отмечалось как миссия, это было скорее как секрет. Нашел, прыгнул, клево. Блин, а куда-то я не там поехал. Радар. Церкви, интересно. Она будет какая-нибудь адовая база. С танками. С дирижаблями. Ну, как всегда. Чтоб не заскучали. Как я вожу стрёмно. Очень стрёмно. Самому стыдно. Так, ну что ж. Мы приехали практически, я так понимаю. Ведь да? Город какой-то. Блин, ну реально долго ехать было. Так. Чё тут? Чекпоинт? Опять все разнести, да? А, ну ясно. Миссия по тому же принципу, что и предыдущая, да? Куча-куча объектов. Давайте все их расстреляем. А есть здесь какие-нибудь турели? Чтобы это делать было веселее? Или надо все своими ручками? Многострадальными. Не, я не против и ручками, ну, блин, это как-то. Несерьезно, что ли? Последние спокойные минуты перед тем, как начнется адовое мясо. Интересно, здесь можно все эти миссии пройти как-то более изящно? Или все эти второстепенные миссии рассчитаны исключительно на мясо? Ну, пока, честно говоря, не очень очевидно, как все эти... башню уничтожить. Турели нигде нету. Это неинтересно. Help me, sheep, steer.
Вот какая-то пушка есть. Можно повернуть. Можно. Вот это вот интересней. Это вот куда интересней. Даже если меня сейчас убьют, надо, по крайней мере, башни поснимать, пока есть такая возможность. Это уже взорванная башня или не взорванная? То с вами тут, ребята, не разберешься, что есть объект. Что не есть. Так, ну ладно. Мне это уже нравится. Вот такие варианты я всегда за. Пойди разберись, как там и что там у вас взрывать. Вот что здесь взрывать, а? Вот это вот, что здесь? Ну, или это внутри? Непонятно же совершенно. Кстати, а почему пропал тот самый счетчик прогресса? Я же еще все не выполнил, правда? О! А здесь что? Как-то мы кучно стреляем, ну ладно. Не достреливаем. Ну что ж, остался один пульт. Вообще выглядит так, словно не придется все валить. Ну ладно. Бам! Отлично? Почему-то не отлично. А, ну пульт я снес. Не снес только чувака. Но прогресс все еще не финальный. Что делать? Как-то я криво. Как эту штуку взорвать? Только так.
давайте только так. Ain't the same as killing defenseless women and children, is it? Тоже не очень ясно. Пушку бы какую-нибудь дали, а то стрелять-то не с чего. Динамит дали. Но динамит, наверное, на этом будет мало. Хотя надо попробовать. С чем черт не шутит? Тут динамит такой лютый вообще. Красным. Я думаю, что красным тут, блин. Ну, давайте попробуем. Чем черт не шутит. Авось поможет. Блин, реально помогло. Я в шоке. Shite! Gunfire! Так, ну теперь надо... Последнюю? А у меня есть динамит, кстати? Есть. Их есть у меня. Слава богу, что не надо все-все-все уничтожить. Так достаточно. Осталось теперь только сделать ноги. Но mission complete. Так что все у нас отлично. Ой-ой-ой. Угнать бы БТР, но... Ну вот, кстати, тот самый пример, почему... Мне не нравится тут бегать при больших... зарубах. Вот, кстати, где наше убежище ближайшее? Все в городе, смотрите. Все в городе. Мне-то, чтобы до города добраться, даже не представляю. Не, ну у нас как бы 4-й уровень, мы все еще можем попробовать сбежать, но, блин. Ну, в общем, я чувствую, все закончится моей смертью, но это будет тоже неплохо, потому что мы попереместимся в убежище сразу. Я не знаю, как от них удрать. Может быть, если вдоль речки идти? Потому что там нет дорог. По-моему, это все бесполезно. А нет, смотрите. Блин, вот если бы они меня не заметили, было бы круто. Но мы можем пойти под водой. В смысле по воде? Ну, в смысле, поплыть. У нас есть шанс закончить все это по-хорошему. Ну вот если бы здесь был бы не casual, меня бы уже 300 раз убили. И, честно говоря, я бы, наверное, даже психовал бы, потому что какой-то особой тактики вот от таких миссий, где ты проникаешь на базу в одиночку, и все с тебя стреляют со всех сторон, а ты даже стелза... Не, ну может быть здесь можно нормальный стелс устроить, там украсть одежду генерала и все такое. И сделать все это нормально. Я, честно говоря, никогда об этом не задумывался. Может быть здесь так можно, но эта игра не похожа на такую.
Здесь даже, как бы, все равно ты закладываешь одну бомбу, вторую, третью, все равно, не знаю. Тебя заметит, когда она рванет. Или, по крайней мере, тебе нужно, чтобы у тебя были такие скиллы, которые позволяют тебе не палиться, когда ты закладываешь бомбу. Блин, я не знаю. Мне кажется, что здесь самый правильный путь — это вот такое лютое мочилово. Но тогда и уровень сложности должен быть casual. Либо это будет ретрай, ретрай, ретрай. Может, я не прав, если вы знаете более правильный вариант прохождения таких миссий. Скажите, пожалуйста. Я буду вам благодарен. А на сегодня все. Дальше мы пойдем. Я не знаю, наверное, по сюжету. Или не по сюжету. У нас есть еще одни миссии. Да, наверное. Может быть, выполним еще какую-нибудь диверсионную миссию. Они, в принципе, достаточно веселые. Единственное, что мотаться, конечно, по всей карте — это то еще удовольствие. Но с другой стороны, дистракшн, дистракшн, фан. Бум-бум. О чем, собственно, вся игра. Да. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Пока-пока.